Коллеги, друзья, ну что, вот еще один человек, замечательный партнер, товарищ, друг и просто целеустремленный, очень порядочный, красивый, честный и можно еще много эпитетов. Вообще трудолюбивый человек, которого зовут Антон, и фамилия у Антона Головатенко. Так вот, Антон, здравствуйте, добрый день. У нас сегодня, в этот летний день, 18 июня 2014 года, он стал лидером в нашей компании. То есть это уже человек с хорошим вознаграждением, с группой, лидерский статус. Антон, скажи мне, пожалуйста, когда ты стартовал и сколько тебе времени понадобилось, чтобы прийти к этому результату? В ЛР я ровно год и 5 месяцев. Год и 5 месяцев. То есть у тебя не за один день это произошло? Ну, конечно. Более того, первые 9 месяцев я был упорно трудился, был 9-11%. Ничего не двигалось. 9-11%? Люди не подключались, ничего не происходило. Да. Зарабатывал только на продаже? Да. Только продажи. 9-11% только продажи. И это еще у тебя был опыт? Да, был опыт. Пришел с опытом. Угу. Все было. И на все мероприятия приходил один. Люди не подключались, никому ничего не надо было. А я продолжал долбить. Ну и в принципе не конец месяца, у нас же месячно подводятся итоги. То есть еще есть... Все только начинается. Ну что, я тебя поздравляю, здорово. Это хороший пример для всех людей, которые рассчитывают очень быстро преуспевать в бизнесе. Но мы видим, что требуется месяц, а на самом деле иногда требуются годы. Именно благодаря тому, что у тебя был такой вот уже опыт в бизнесе предыдущий, это тебе помогло быстрее достичь. Скажи, пожалуйста, какие следующие цели? Лидер организации. Моя заветная цель, ближайший лидер организации. А вот людям, которые не посвящены в нашу тарабарщину, что это такое? Это все очень просто. Это доход от 100 тысяч рублей в месяц. Это доход такой, можно сказать... От сети уже. 100 тысяч рублей в месяц. Да, да. От работы, которую проделывают партнеры. Да, да. Именно да. Доход от сети. Меня интересует именно доход от сети. Ну, плюс у тебя еще 100 тысяч где-то вот продаж идет. Да. То есть вот 200 тысяч, это такая следующая. Продажи не считаются для меня, мне считается доход от сети. Да, там еще будет у нас поездка в Германию, обучение у тебя будет к этому моменту. И еще у тебя Mercedes, он же тоже на этом уровне, ошибаюсь? Да, на этом уровне, конечно. Оплачиваемой компанией. Да, ну, все правильно. 200 тысяч Mercedes, оплачиваемой компанией, поездка в Германию. Ну что, хорошая цель. Теперь скажи, когда? К концу года планирую. Открыть к концу года. Будет больше, не вопрос, но я как бы более реалистично все планирую, без воздушных шариков, скажем. Хорошо. Так. Хорошо. Ну что, большой мэн, поздравляем тебя, желаем Спасибо. Тебе всяческих успехов и поздравляем твою банду с таким достижением. Еще плюс моя команда, конечно. Да, вот. Коллеги и друзья тоже радуются. Ну, пьянствуем. Что мы тут пьем? Кофе от президента, кстати. Не просто. Кофе от президента. Сам Генрих купил кофе. Ребята, ради этого стоит сделать. Деньги вообще ни при чем абсолютно. Только ради этого кофе. Спасибо тебе, успехов.